Добрый вечер, дорогие друзья. Я вернулся к вам с новой реакцией. Это будет, не знаю, четвертая или пятая реакция Джона, но он привел сюда друга. Это будет первая реакция для его друга на песню SOS 2021 года на с онлайн-концерта. Хочу поблагодарить всех, кто подписался, кто подписывается и кто думает подписаться на мой канал. Вы же знаете, я много не говорю, и давайте начнем. Следующий Димаш с песней SOS. Думаю, я очень много раз слышал, как ты упоминаешь имя Димаш. Да, ты прав, он взрывает мне мозг, а я вот никогда его не слышал. Получается, это один мужик или это целая банда? Он вокалист. Окей, понятно. Но, чувак, я тебе скажу, что то, что ты увидишь в этом видео, это просто вершина айсберга. Он способен на многое большее. Я слушаю Димаша каждый день. Я люблю его. У меня есть целый нью-йоркский концерт. И скоро мы начнем делать реакцию на этот концерт. Я возмужусь и скажу. Я смотрел, как он поет это в живом концерте, и у меня потекли слезы. Под конец я просто был в физическом шоке. Я делал это на Патреоне, и мне пришлось буквально остановить видео, потому что мне нужен был момент, чтобы просто понять, что он только что сделал? Чувак, я знаю это чувство. Для меня это было странно, потому что раньше из-за пения какого-то человека у меня такого не было. Конец видео будет просто безумным. У меня мурашки даже только из-за разговоров. Все, мы начнем, да. Это Димаш с песней SOS. Я не знаю, смотрел ли я именно эту версию, но я думаю, что я смотрел. Я не уверен. Это онлайн-концерт. Вы готовы, сэр? Да, давай начнем. А ты уверен? Да, а ты уверен, что ты готов? Твоя первая реакция на Димаша. Glad I'm not alone. Что ты думаешь? Уже слишком хорошо. Как только я услышал его голос, я такой, блин. Мы здесь именно для этого. Я должен был остановить в самом начале, потому что, когда он начал так петь, я такой, о, нет, ты такого не ожидал? Да, это звучало слишком хорошо. Его голос от природы такой, знаешь, естественный, что ли, легкий. Чувак, мы справимся. Да, мы готовы. Думаю, я остановил, потому что я не был готов. Isn't that cool looking? That's beautiful. Yeah. I'm getting chills, dude. God, take this song for you. I know, dude. No. Выглядит так круто. Покажи.
That is like, Я даже не знаю. Думаю, мы остановили это видео один раз за все время, и потом мы такие просто, боже мой. Окей, я должен сказать. А что ты думаешь? Вот я даже не знаю. Это было безумием. Я не знаю, слышал ли я когда-нибудь, чтобы кто-то так хорошо пел. Никогда за всю свою жизнь. Да, чувак, да. И точка. У меня почти нет слов. Его выступление было просто электрическим. Просто вот то, как он... Его манера была идеальной. Да, в чате все говорят, что будет лучше и лучше. Время отдышаться. Да, реально. Мужик слева тяжело дышит. Было ощущение, что я задержал дыхание во время просмотра. Мне полностью снесло крышу. У меня просто нет слов. То, как он спел ту последнюю часть, где он... Мелодия, которую он спел... Я просто ненавижу пытаться спеть то, что поет Димаш. Я просто вернусь и покажу тебе. Я думаю, это моя самая любимая вещь, которую я когда-либо слышал от человеческого голоса. А вот вживую он сначала как бы кричит, а потом переходит в эти ноты. Это тоже крутое выступление, просто оно было не перед публикой, думаю. Думаю, это был онлайн-концерт во время пандемии. Да, все выглядело просто круто. Все, что происходило вокруг него, тоже было крутым, все эти эффекты. Просто понимаешь, все эти эмоции, которые он вкладывает в этот свой крик, перед тем, как он переходит в свой головной голос, и он все это делает вживую, и он все равно умудряется вкладывать туда эмоции. И это просто безумие. Боже мой, я даже не могу переварить то, что я посмотрел. А еще, ты же знаешь фильм «Пятый элемент»? Да, знаю. Ну вот он спел эту песню вживую. «Diva Dance». Так называется эта песня. Ты имеешь в виду вот эту часть? Да, он это сделал. А также он спел кавер на песню «Power Rangers». Есть такая вещь — родиться с талантом. Да, я думаю, что он родился с талантом. А потом ты должен просто отточить этот талант. Я просто никогда не слышал что-то подобное в своей жизни. Но да, Димаш SOS. Я думаю, это очень хорошее введение в курс дела, так сказать. Если ты хочешь услышать больше о Димаше, просто, пожалуйста, дай мне знать. И мы просто посмотрим. Да, чувак, я готов.